Алло? Да, алло. Да, это вас. Он только что отъехал. Парень просто красавец. Знаешь, что он вчера исполнил? Прокатился на такси до Бронкса, а вместо денег сунул водиле под нос твой значок. Типа служебная необходимость. Стоять! Именем закона! Знаешь, кто мне об этом рассказал? Мэр! Я верну свой значок. Удача! Спасибо большое, что вернули кошелек, который я потеряла. Засветилась карточка, украденная сегодня в метро. Я отойду в комнату для мальчиков. Прошу прощения, сэр. У вас проблема с карточкой? Везение. Я Люси. Да, я помню. 100 лет не виделись. 3 месяца. Может, выберемся пообедать как-нибудь? Я беременна. Поздравляю. Какой месяц? 4-й. Облом. Ты по горло вязнешь в обделанных подгузниках. Я же карманник. Отец моего ребенка потрошит дамские сумочки. Что я сказал по телефону? Никаких мобил. И принес только мобилы. Неси золото, камни. Я тебя ненавижу. Я все тот же парень, с которым ты познакомилась в баре. Только работа у меня на самом деле другая. Пожалуйста, доверься мне. Бежим. Давай. Ты издеваешься? Пинком под зад. Слушай, друг, как мне найти Люси? Люси, ты его знаешь? И сердце вот, не лезь к ней, понял? Во все тяжкие. Спокойно, дыши ровно. Это не схватки, придурок. Я на 4-м месяце. Бобби? Мам, ну... Питер Фучинелли. Почему это он мой? Джейми Александр. Назови имена. Майкл Мэтсон. Больше никаких мобил. Винсент Галло. Камушки, значит? Будут камушки. 500 000 бриллиантов. Вся моя жизнь в том чемоданчике. Джо Пантелиано. Ты славный мальчик, Бобби. От режиссера фильма «Американский бизон». Я никогда не крал у тех, кто выглядел беднее меня. Поштучные есть? Что? Сигареты. Косяки.